Черт! Мы под обстрелом! А мы что делаем, по-твоему? Рассредоточиться! Если что увидите, стреляйте! Здесь люди! Найдите их и убейте, иначе генерал убьет нас! Обстановка! Я потерял связь с отрядом! Они, возможно, в опасности! 12! Доклад! Я же 13! 12! Где вы? Мы поручили другому отряду выяснить, что случилось. Мы потеряли связь! Сюда, наверх! Я слышал! За гребнем! Вот они! Я что-то слышу! Эй! Кто здесь? Выйди! Покажись! Пока ничего. Ушли, наверное. Сейчас. Доклад. Так точно. Доложите о результатах. Нет! Шланг найди! О, черт! Если сдохнешь, тебе никто не заплатит! Помогите! Кто-нибудь помогите! Уходите! Уходите все! Сейчас вся комната рухнет! Нам нужна вода! Бери ведро! Мне платят, чтобы я воевал, а не пожары тушил! Найди другой огнетушитель! Этот скоро закончится! Усилить периметр! Все на посты! Помогите! Пожалуйста, помогите! Убейте! Пожалуйста, больно! Убейте меня! Крыша обрушилась! Авиация отработала! Я слышу шум мотора! Они снаружи! Туши огонь! Кто это сделал? Мне почем знать? Там взрыв был! Что здесь? Быть не может! Я пытаюсь! Быстро! К складу! Долбаные янки! Кого хрена вам тут надо? Вот почему мы сжигаем это место. Карим? Он сказка. Кто бы это ни был, у Баркова тоже есть петля. Фуф! Ну вонь! Может, хоть в этот раз до них дойдет. Кстати, как думаешь, кто у нас напал? Я тебе говорю, это не пацан с самодельной бомбой был. Должно быть Карим. Кто еще может бросить вайза Баркову? Как это? Наш Гриша? Прямо волчара. Не, Барков просил взять кого-то живым. Рабочая сила. Баб в прислугу, мужиков на каторгу. Как он говорит, в хозяйстве все сгодится. А если начнут выпендриваться, он их накажет. Вот как сегодня. С нашим генералом шутки плохи. Ну, блин. Кажется, это были террористы. Ну, тогда води его от дома к дому. Мы за неделю их найдем. Нафига? Да. Похоже на Баркова. От дома к дому. Найти их. Вы трое за мной. Остальные держите двор. Кого найдете, убивайте или в плен. Понял. Отряд выходит. Понял. Идем на восток. К2. Отправьте людей выжечь яму. Взрыв пришел с улицы. Через лес. Следуй за дымом. Не спите, ребята. Они могут быть где угодно. Keep moving. Выполняйте план, а то я его удвою. Bricks now, rest later. What the fuck are you looking at? Get to work. Grab a cinder block and bring it to the back. General Barkov thanks the strong people of Urzikstan for their service. Cinder block to the back. Keep it moving. Men on the work line, women to the trucks. Местные вооружают женщин и детей. Животные. Барков нас предупреждал. Они все прячут лица. Ополчением вообще командует баба. С этими бабами надо держать ухо востро. Ха, не, с бабами я не воюю. Ха, есть и другие способы их различать. Get back to work! Are you stupid or something? Do I look like a cinder block? Не сочковать! С дороги! Уходи! Работай давай! Back in line, no breaks. Back to work! Workers over there! Women only, you don't belong here. Back with men, women only. Мужчины там! Шевелись! Женщины здесь, мужчины там! Твоей подружки тут нет! Go! Back over there! Men go over there! Don't try again! Ты проверь под диваном. Ищи документы, оружие, имена. Осторожно. Могут быть растяжки. Они настоящие фанатики. Now go check the back room. Да что они там вообще забыли? Гриша, нам нужны данные! А ты их мочишь! Откуда ты знаешь? Девчонка? Карим? Не твое дело. Ищи дальше. И ты бы не раскололись. Они из ОФЭ. My face, you bitch! А ну стой! Не двигайся! Стой! Жить надоело? А ну назад! Ты! Ты сегодня уже паёк получал! Два раза не кормим! По-английски или по-русски? Я в твоей тарборщине не разбираюсь! Топ сомневался! Говно ты безграмотное! Из-за тебя еды сегодня не будет! Никто не получит! No food! Back the fuck up! Stand back! No more rations! That's close enough! Не нарывайся! Убью! Назад, а то застрелю! На пулю нарываешься! What are you doing? Get back! No food today! Not a good idea! Get over here! Now! You fucks killed my friend! Did you show him mercy? Yell all you want! No one is coming! K6, south side is secure. Keep your eyes on the crowd. You're clear to engage any threat. На севере чисто. Stop right there! Get back! How generous of you. A parting gift for when they return.
Now you pay! Какого черта? Винтовку кинь! Быстрее! Они уже рядом! Занимайте перрон! Поднимайте вертушки! Они пойдут через западные ворота! Срочно отработают по западным воротам! Ясно? Эти террористы умрут здесь и сейчас! Внешний периметр прорван! Мы потеряли арсенал! Нам не выстоять! Вертушка всего одна! Есть, сэр! За пример! Они приближаются! Надо дождаться подкрепления! А хочешь, чтобы потом по интернету показывали, как тебе башку отрезают? Ну нахер! Черт! Они перекрыли сеанс! Мы тут в ловушке! Они же нас убьют! Можно же сдаться! Не дайте им захватить авиабазу! Ясно? Отвоевайте всем, что у вас есть! Мы скоро будем! Пошли кого-нибудь к южным воротам и реши проблему! Если надо, подними авиацию! Кто? Занять оборону! Из города высланы силы поддержки! 10 минут! Может раньше! Постараемся побыстрее! Прорыв южных ворот! На нас напали! Они уже сбили кучу вертушек! Числом давят, гады! Чёртовы террористы! У них беспилотники! Подкрепление сюда срочно! Когда прибытие? Мы столько не продержимся, они повсюду! База, мы скоро будем! Как обстановка? База, доклад! Всем отрядам, база захвачена! Сменить шифрование! Стреляй! Нет, он помогает повстанцам. Пусть помучается. Найдите их! Если они помогают террористам, они террористы! Алло! Есть боли по домам. My phone died. Are you sure? I'm trying to find my brother. Making deliveries in the city. If he is, we could use his truck. Or run. Where are you? I have no battery. A guy lent it to me. Yes, I'm fine. We are near the market. There was more than 5 bombs. I can tell you that more than 2 hit the market. And we can hear the bombs hitting before and after. They're still in the sky now. Maybe you can see them from where you are. Hey, listen. If you can bring your truck back here, we could really use it. My brothers and sisters are all blocked with checkpoints. People are evacuating and the highway is not moving. خد موبايلي. ايه. رجاليات بس تخلص. وين كان. ان شاء الله يكون بخير. المشي احسن. بس جيب معك ماي كتير. My family is in there. Please hurry. My wife and children were here. Brother please. My wife and kids are under there. Please. Hurry. Hurry please. My family was here. I'm telling you. We have to find them. Please. They went shopping after school with my wife. Fatima. Fora. Hadir. Бейте дальше на север. Гоните их прямо на нас. Вторая группа. Выдвигайтесь на запад и приступайте к зачистке. Мужчин убить, женщин и детей захватить. Принято. Выдвигаюсь. Эй, что с этим? Барков просит помоложе. Говорят, Барков казнит людей за меньше. Вряд ли они что-то знают. Сопротивление? Женщины? Дети? Это D5. Задание выполнено. Готовы к отходу. Они подходят к машинам. Выполняю. Оружие есть? Окружаем! В группе Ж потери. Нам приказано охранять район до устранения угрозы. Приказываю оцепить район. Разбиться на пары. Перекрыть все входы и выходы. Выполнять! Что насчет этих? В таком виде она генералу не нужна. Добить ее! Дома все зачистили. Тихо! Сюда идет Виктор. Прочесать местность. Ничего сложного. Идут к машинам. Полный комплект. Этот последний? Никак нет. Группа Д, доложите обстановку. Принято. Дополнительные грузы? Вас понял. Группа Ж, сообщайте о потерях. Оцепить периметр до устранения угрозы. Как поняли? Зачистить. Надо прорываться на север. Как вы его упустили? Он же размером с тачку. Возьми двоих и прочеши район. Начни с этого дома. В группе Ж пропал боец. Стоим здесь, пока не найдем. Неважно. Провожу подсчет. Ждите. Кто? Вижу девочку! Здесь ребенок! Кто-то из них? Ж-12. Он не отвечает. Да, командир. Они все виновны. Барков хочет ликвидировать всех. Это единственный вариант. Сэр, у нас пропал боец. Принято. Группа Ж, мы готовы заканчивать. Доложите обстановку. Здесь чисто. До
долбаная жара. Продолжайте искать. Аналогично. Здесь тоже пусто. Where are you? Hey, come back here, kid. Don't run. Ну и куда ты бежишь? Get back out here. Where did you go, little one? You don't have to run away. Come on out. Get back out here. Where did you go, little one? You don't have to run away. Come on out. Где же ты? Come back here, kid. Don't run. Ну, и куда ты бежишь? Похоже, это девчонка. Она где-то здесь. Она могла проскочить там. Будьте начеку. Не могла же она исчезнуть. Продолжаем поиски. Девчонка еще здесь. Найдите ее. Это просто ветер. Там ее нет. Хрен я чего найду. Там ничего. Это просто ветер. Я ничего не видел. Хрен я чего найду. Она где-то здесь. Она могла проскочить там. Будь начеку. Не могла же она исчезнуть. Продолжайте поиски. Девчонка еще здесь. Найдите ее. Там ничего. Слышал? Где-то там было. Ну вот, опять. Who's out there? Show yourself. Проверить? Пошли. В игрушки играет. Найди эту суку. Проверю поле, ищи девчонку. Найти ребенка. Я осмотрю поле. Ищи девчонку, я займусь полем. Бери ребенка, я проверю поле. Проверю поле. Ищи девчонку, ищи ребенка. Я осмотрю поле. Ищи девчонку, я займусь полем. Бери ребенка, я проверю поле. Как ты думаешь? Что это было? Вроде затихло. Что бы это ни было. Не вижу цели, значит ничего. Ничего не найдено. Не похоже на животное. Слишком светло. Они выходят по ночам. Какой сверчок? Ты что, газа надышался? Ничего не вижу. Вроде пусто. Без понятия. Может, животное? Сверчок, наверное. Может, газа нанюхались? Какого черта? Чего? Вон там! А? Черт! Дерьмо! Какого черта? Чего? Вон там! А? Russian army, come out now! Get out here! Блин, упустили! We're gonna find you! You're just a kid! You don't want to hurt anyone! Show yourself! I know you're here! Just give up! You can't run! Surrender now! Черт, не вижу! Есть что-нибудь? Никак нет! Она все еще здесь. Да нифига, она все еще здесь. Come on out, come out. It's over. This isn't a game, child. You're going to get yourself killed. Surrender, now. Don't risk your life. Drop the gun. Don't do anything stupid, kid. You're just making it harder on yourself. Она прячется. Продолжайте поиски. Нашел ее. Она здесь. Вижу ее. Сука. Нашел ее. Здесь. Сука. Я ее нашел. Здесь. Нашел ее. Она здесь. Вижу ее. Падла. Сука. Дерьмо. А! Уродка. Сука. Черт. А! You killed my friend, you fucking bitch. You're dead, you hear me? Come out and fight. Come on. You're going to die out here. You'll be food for the worms. Come on, let me see that little face of yours. You think I'm afraid of a little girl? I know you have a gun, suka. Think you can get a shot before I find you? Come out. Bring your gun. Let's play. I know you have my gun, suka. I want it back. Think you can get a shot before I find you? Hiding like a little rat. Come out and fight! Come on! You're going to die out here! You'll be food for the fucking worms! Come on! Let me see that little face of yours! You killed him, you bitch! You killed Luca! She's just a girl! Just a stupid little girl! You can rot with the rest of them! Вот, сучара! Мудак! Что еще за черт? Маленькая сучка! Вот, сучара! Засранка! Что еще за черт? Сучка! Андрей! Нет! You can't hide forever! Лука! Нет! You killed my friend, you fucking bitch! You are dead, you hear me? You'll be food for the fucking worms! Come on, take your shot! That's it, run away! You think I won't find you? I know you out there! Got you! Little shit! Урод! Сучка! Found you! I see you, bitch! Сука! Found you! I see you, bitch! Got you! Little shit! Уродка! You shoot at me, you'd better kill me! I'm still here, сука! Try again! Take your shot, little girl! You shoot at me, you'd better kill me! I'm still here, сука! Try again! Take your shot, little girl! А2, ждите следующую машину. Трофей потом, ушкуйник. Сперва найди этих уродов. Плевать я хотел на твою хреновину. Она даже броню не пробьет. Фигня! Ты что, в меня стрелять собрался? Не, ты просто хреново целишься. Сколько? Зачистить? Какой блок? Ты что, рехнулся? Слушай, урод,
Я больше не желаю видеть эту хрень. Понял? Ты вообще видел, что он делает с этими девчонками? Как думаешь, почему я напросился в поле? 100%. Принято, выполняю. Ладно, закругляемся, пока генерал не приехал. Вооружен? Нафига тебе револьвер? В нем только 6 патронов. У тебя же есть пистолет. Эх, классно! Ага, только не мешай мне, ладно? 44-й калибр. Пробьет тебя насквозь и не заметишь. На что спорим? Ага, потому что ты струсил. Я прав? Вернемся в лагерь. Проверим. Нет, не на деньги. Проиграешь, пойдешь в наряд вместо меня. Ставка генерала. Не будь сукой! Ты предпочитаешь возиться с опием вместо того, чтобы слегка прибраться? Эй, посмотри! Я нашел револьвер! Ага, сам он и пальцем не пошевельнет. Ты глянь, прямо новенький. Ну не такой. Вас понял. К-4, колонна Баркова покидает город. Сейчас она следует к вам. Надо обеспечить дополнительную охрану машин. It's dangerous out here, kid. Don't get yourself hurt. Stop hiding. Get out here. We have food and water. You must be thirsty, yes? No need to hide. Come on out. You must be scared. Out here all by yourself. Surrender, kid. There is no need to fight. We know you are unarmed, kid. It's over. Get out of here now. You need to listen to us. Don't make things worse for yourself. Show yourself. You don't have to hide. Убить ее! Никак нет! Блин, куда она делась? Ладно, прикрывай! Нашел ее? Не знаю! Найди ее! Урод! Work on your aim, сука! Она в окопе! Опять промазала! Где она? Ложись! Черт! В укрытие! В укрытие! Она тебя достала? Никак нет! Найдите ее, наконец! Вали эту суку! Хватай ее! Чего ты ждешь? Это всего лишь ребенок! За ней! Уродка! Ложись! Черт! В укрытие! В укрытие! Что за фигня? Девчонка побежала в окоп! Оружие у нее было? Эй! Ю! Она убегает! Она убегает! Она на поле! Лови ее, Лука! Смотри у грузовика! На поле! Смотри на поле! Проверь в бочках! Найди ее! Сомневаюсь. Эй! У машины! Выгнать их наружу! Грузите остальных! Живо! Against the board! Don't try anything, understand? You too! Against the board! Shut up! Not another word! Get over there! 2 days ago, our men were ambushed by terrorists. I lost soldiers. Good soldiers. Those responsible were tracked back to this village. We know they're here, and so do you. Because of this deceit, your women and children now belong to General Barkov. If you harbor terrorists, you are complicit in their attacks against our forces. This cannot go unpunished. I see. Убить их всех. А ну стой! На нас напали! Не останавливаться! Эй ты! Очистить здание! Приказ генерала! А вот ты где! А ну стой! А? Бросить оружие! Чё?